Специально все фигуры под твердой 7 поставил. Выстроил, блин. Нет, это мало. Если хочешь, что еще? Коня туда еще хочу. Слона поставь на Е7. Угу. Будет симпатично. Так, нахер. Угу. Так, а если взял... А, стоп, стоп. А, ну нормально. Маразм. Привет. Привет. Ага, понял. Я тебе повезло, что мне 6 нашлось. Согласен. Ну, она нашлась. Чё, пизлади? Печально. Не так много. У тебя активность. Опс. Ну, максимум, видимо, что можно было извлечь из той позиции. Интересно, какой из моих пешек ты будешь брать теперь? Какую-нибудь сейчас уничтожу. Пруду ферзя. Ничья. Что там насчет подхода короля к королю? Можно. А что происходит? Я понимаю, что можно. Ничья будет. Он еще помучил. А нельзя есть. Честно, кто кого будет мучить? Так я тогда просто не уязвим. Иду куда хочу. Ну что, это флаг, что ли? Ладно, давай ничейку. Бесполезно. Это первая ничья в атомной шахматы. За всю историю. Причем не только у нас. Так, куда ты захочешь? Ты сюда хочешь, да? Сюда. Угу. Это уже где-то было. Да, это напоминает попытки детских... Тех... Да, детский мат. Когда поставили детский мат, он меняется у нас из раза в раз. Угу. Это все более и более продвинутый. Сюда? Надо. Угу. Сюда. Ты решил... Точно повторить, да? Да. И теперь мы на опыте. Вот это все изменило.
Вообще, да. Чуть-чуть поменяла. Не, ну вот в этом варианте можно бороться. А зачем? Там же можно намного прочнее играть. Зачем коня на h5 пускать? Это же неплохо. Он же максимум ладью взрывает. Ну, Шах, типа. пускай так он. Ну, это я видел. Блять. Бесит меня, чуть-чуть темпа не хватает, да? Плюс 3. О, новый ход. Е4. Новый ход. Нет, Е4, по-моему, не очень из-за D5, мы уже решили. А это мы проверяли? Нет, а что это дает? Не знаю, как-то. Упс. Все достаточно пространства, чтобы. А, нет, недостаточно. А что ты хочешь за это? А, без ферзя? Ферзя съесть. Не, подожди, тогда не хочешь, подожди. Слушай, да, тонкость просто неимоверная. Потрясающе. Ну что-то надо было здесь делать, согласен? Нет, это такое найти, это просто уже гроссмейстерский уровень. Так, конечно, обидно оттуда убирать. С другой стороны, сорву все нахер. Тоже неплохо. Я так за команду. Он на e7 пойдет, да? Это было здорово. Ой, меня конь. Я-то не думал, что это тонко все. Я конь e5 запланировал. А, ну да. Наитончайшие идеи. Главное сейчас вот... Ну да, все понятно. Главное, ладья D1, видимо, не пойти было. Нет, меня. +2. Сюда. Усиление. Новинка. В чем смысл усиления, конечно. Не очень понятно. Чего тебя нот шумит? А, движок идем работать. Выключи. А как же я буду читерить атомные? А. Ничего, я этот экран твой вижу. Ой. Дай ход назад. А как? Я ферзь d3 не давал там мышкой. А, понятно. Ну. Куда ты хочешь? Ферзь d3. Я не знаю, ну, по крайней мере, я это планировал, а слон d2 нет. Ферзь d3, может, хочу. Ничего нет. Не, ну в той партии слон g6 это, конечно, феномен века, нет? Да, почти так же круто, как конь f5. Так. Сюда.
Где моя победа? Не понял. Не, я это все считал. Ну, я понимаю, что ты считал, но где моя победа все равно? Я не знаю. Что с ферзем делать? Без ферзя играть? Ну, может и да. Активная очень фигура. Но обидно. Мне кажется, тут с конем на g8 я тебя отвожу. Мне нужно активизироваться. Кстати, твой следующий ход взять, а надо что-то извлечь из темпа. Угу. Стоп, а я же могу угрозу эту нивелировать. Какую угрозу? Ну, то есть не могу не обращать на нее внимания. Можешь, в итоге ты забудешь взять ферзя, я тебе гарантирую. Не, ну, увел. А, ты про это вообще? Не, ну я же... Ты же не можешь ферзем отойти. Хорошо. Какую угрозу? Ты о чем? Ну вот я вот тебе хочу так сыграть. И теперь это будет гораздо сильнее. Хорошо. Мне так кажется. Сильнее, так сильнее. А куда взял газин, да? Нет, ну да. Я просто хочу конем вот взять ферзя, чтобы потом слон был. Туда стрелял. Пусть стреляет. Так все, я ж, это же победа, по-моему. Они. Да ладно. Так. Вообще неприятно. Хватает, да? Огневой мощи. Ой, не матуй. Совсем другое дело. Сейчас, конечно, мы победим. Что-то запарил этот момент. Ну, это же не страшно. Или страшно? Ну ладно. Ну флаг снесу. Не снесешь. С один. Опять один? Да. Так, ну это последнее. Железно. Вот или ты сейчас сравниваешь, или не сравниваешь. Все условия, белый цвет. Сюда. Блин, бесит. Не сравниваешь. Раздражает прям. Давай еще одну. Хорошо, ладно, это была, будем считать, не партия. Правда, ты уже не можешь сравнять точно. Черным тяжелее сравнивать. Ты еще дебют тупой играешь. Так. Ковыряться. Ладно, вперед. Ковыряйся. Стоило того. Вообще. Ладья, может, заиграет. Тупость. Ладно, все свяжем.
Ну, игровая позиция. Бей. Не бьет. Без двух, пожалуйста. Будьте любезны. А, без одного. Ну так мат же. Ну так слон Е3 тоже мат. Видимо, Е3 просто приканчивает. Я досчитал, знаешь, до чего? Я досчитал до. Вот после H3 я досчитал вот до E3. И все. Чё? Ну после. Ой, после А3. А, хорошо. Все, давай последнюю. Да, хорошо. Или ты сравниваешь, или нет. Та же самая ситуация. Так, ладно, давай. Пойдем вот сюда. Сюда. Быстро развился. Что-то это я неправильно сделал, наверное. Так, наш три стремишься, да? Стремлюсь. А как защищаться от этого? Не знаю, аж три, наверное. Еще четыре. Ну, аж три, наверное, посимпатичнее. Сюда как-то. На Е6 пойдет кто-то. Гость. Плохо. Никто не звал. Я бы конь G4 посчитал на твоем месте. Да надо выиграть так. Я этим и занимался. Ну ты, по-моему, не один ход. Белок пыльника нет, и поэтому, по-моему, здесь можно как-то. Так. Смотри, какой конь на e6 приходит, сразу d4 как-то. Что? Конь f8. Нет, ну... Нет, я имею в виду, когда конь на e6 придет... Конь d4... Ну, так ты сейчас будешь играть, там, g6 какой-нибудь? Я не знаю, я еще может как-то атаку какую-то родить. Ничего не вижу. Какой же 6? 6, конь 6 все равно. Ну, дошел слоном на 6. Конь c7. А, ну без ферзя, ну это же не так страшно. Действительно. Ладно, надо так играть. Еще не спешишь? Давай возьмем. Ой, слон. Ну похоже на ничейку. Да, очень. Именно на ничейку это похоже. Ну ладно, это же атомный. Все еще можно что-то зевнуть. Согласен. Ну ладно, давай. У меня конь есть. Который ни хера никуда не идет.
Отлично. А, даже взять не могу. Ну ладно, все, отличный счет. Ничеечка. 20-20. 20-20. Я пошел готовиться. Давай.